Николай Николаевич Турчин родился в селе Желанное Одесского района Омской области. Окончил 7 классов, Новочеркасский автомобильный техникум и был призван в армию в июле 41 года. После окончания Ростовского артиллерийского училища сражался на Южном, Воронежском, Центральном и Первом украинских фронтах. Был дважды ранен. Командир батареи отдельного истребительного противотанкового дивизиона Первого украинского фронта старший лейтенант Турчин отличился в ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции. 11 августа 44 года во время боев по удержанию и расширению плацдарма на реке Висла противник бросил в атаку 22 танка. Подпустив вражеские машины на расстоянии примерно 200 метров, батарея подбила 6 танков. Во время второй атаки противник направил 46 танков с автоматчиками. Из них было уничтожено 4 вражеские машины. 21 февраля 45 года Николаю Николаевичу Турчину было присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден 2 орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, также медалями.